юный палеонтолог Женя Кислов. Привет всем! Это пустыня. Тут сороконожка хочет найти кости динозавров. Ну где же они спрятаны? А может кто-то еще? Нашла! Это кости аллозавра. Пустыня – это Африка на самом деле. А про Африку я говорю не просто так. Потому что мы сегодня будем говорить про самого грозного в мире хищника – спинозавра. И сравнивать мы его будем с тиранозавром. Самым большим и страшным и кровожадным хищником на планете когда-либо существовал. И сегодня мы ответим на вопрос любой, кто сильнее, тиранозавр и спинозавр. У них много общего. Одни тераподы, страшные хищники, с огромными зубами, загнутыми в одно так. Ходили они на задних конечностях, были очень большими и практически непобедимыми. Ну кто же сильнее, спинозавр или все-таки тиранозавр? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним их. Ну это же логично. Если кто-то больше, он значит сильнее. Сравним, кто же больше. Спинозавр был длину как большая грузовая машина, а тиранозавр как грузовик, только молоковоз. Ставим лайк спинозавру своего размера. Тиранозавр был как дом, если выпрямится. А если выпрямится, он может доставать либо до третьего, либо до четвертого, или еще там дальше, либо до второго. Он был вот очень большой. И еще если дом считать одноэтажный, то нужно считать с крыши, я думаю. А хвост? Ну, если взять большого человека, уже взрослому, который 14, то это примерно будет такой же. А еще кто тяжелее, у того больше шансов победить. Спинозавр весил как два слона, а тиранозавр, к сожалению, как один. Еще один плюсик спинозавру. Похоже, он лидирует. Тиранозавр самый большой укус оставил на трицератопсе. Укус оставил, кому самый большой палец. Он оставил укус вот такой по размеру. Мой палец. У спинозавра был такой. А у тиранозавра такой. Как вы думаете, кто больше? Пишите в комментарии. А какие у них были бы укусы? Как 5 целых аллигаторов. А у тиранозавра был укус, как 1 слон. Как 15 аллигаторов. Представляете? То есть сила укуса у тиранозавра была, можно сказать, самая большая на свете. А скорость у него была очень много. Ну, наверное, динозавр как трактор ехал, а тиранозавр почти как джип. Минозавр был рожден, чтобы жить в воде, поэтому бегает не шибко быстро, со скоростью трактора. А вот тиранозавр бегает быстро. Плюсик ему за скорость. Покажи. Кого?
Ну, этого своего. Покажи. А рычал он вот так, не открывая рот. Больше на больше похоже на бычаря. И тираннозавр не очень хищник. Скорее он падальщик. Это еще до сих пор ученые спорят. Когда вырасту, я докажу, что тираннозавр хищник, не падальщик. А чем бы спинозавр мог питаться? Травой? Нет. Он питался? Он был не падальщиком, хищником. Вы только представляете. Зубы больше у тираннозавра. Он получает еще один плюсик за свою зубастую улыбку. Сравним силу укусов. Это, пожалуй, самый главный и решающий фактор. Получается, что тираннозавр сжимает свои челюсти сильнее и побеждает в этой нелегкой битве. Но нужно сказать, но в жизни такой драки никогда не бывало. Потому что тираннозавр и спинозавр жили в разные времена, хоть и в меловом периоде. Спинозавр в середине, а тираннозавр уже в конце. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале.